Значит, меня зовут Юлия Лишевская, я заслуженный мастер спорта Украины, участница двух Олимпийских игр в 2012-2016 году, чемпионка Европы по легкой атлетике. И один из основателей клуба Family Run Club. В Бердичеве мы сначала создали его. На данный момент у нас там человек 40-50 уже ходит. 2 месяца назад мы создали уже в Житомире. Сейчас приехали к вам, в Черкасы. Отлично. Руки на коленке, ножки вместе, смотрим вперед, спинку ровненько. Вращаем коленки в одну сторону. Другую сторону. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Ответ на месте. Побежали. Руки работают, задают темп. Можно передавать, лежит, идет. Договорились? Очень-очень медленно. На всю стопу встаем. Это будет больно. Руками делаем ласточку, поднимаем ручки вверх, ножку вверх. Опускаемся, ножку не ставим на пол. Одна ножка все время работает. Потом возвращаемся обратно. 10 секунд отдыхаем и опять. Понятно смысл? Если что, я буду делать с вами, смотрите на меня и повторяю. А вы отсутствуете? Может, вы тогда сидите? Все нормально. Там у нас одна фото. Да. Аня Ермак, Тищенко Диана. По им одно на двоих. Самая младшая дядя. Хорошо, у вас одна младшая. Самая младшая. Я вам прочитала. Я думаю, что вы пишете. Давай. Ребята. Пускай там память. Все, давай, дядя, ищите. Евгений Степко. Евгений Степко. Евгений Степко. Это вы. Поздравляем. Поздравляем вас. Ура. Можно померить, пока не засыпь. Ну, если там голова поменьше, побольше, есть два разные.